Groovy. Всем хай! С вами Юджин, и сегодня мы с вами будем играть снова в Don't Starve в Гамлет. И вот не успел я освоить предыдущие Don't Starve, как судьба подсовывает мне новую Don't Starve в Гамлет, которую я, естественно, не понимаю, что мне делать, и мне приходится снова пытаться все заново выучить. И чтобы не запарывать данный выпуск, я кое-что придумал. Я решил досконально изучить руководство, фишки и советы по Don't Starve Gamblet. Посмотрите, сколько информации я в себя вобрал. Просто стал очень умным. Я знаю, кто вот это, знаю, что вот это. Поэтому сегодня будет отличный выпуск, ребят. Радуйтесь. Так, а это что за вкладка такая? Don't Starve Gamblet. Как же в нее играть? Вообще понятия не имею. Приступаем! Окей, хорошо. Спокойно. Времени много, еды мало. Надо думать, что делать. Собаки сражаются с белками. Это вечное противостояние, ребят. Оно повсюду, мы видим его. А, у меня геймпад подключен. Надо его отключить, потому что это сбивает меня с толку. Все. У нас есть с вами большой костер. У нас есть научная машина, и даже мы можем что-то... Хорошо, первая ловушка. Давай, девочка моя, должна есть, чтобы жить. А чтобы поесть, нужно, чтобы кто-то перестал жить. Позитивное начало. Что ты крутишься вокруг дерева, которое я посадил? Это вали отсюда. Хотя, может быть, ты его удобряешь. Ладно, это сгодится. Пока я тут болтаю, занимаюсь какой-то ерундой, время идет. Я не понимаю, что мне нужно делать. Давайте хорошо посмотрим, какие у нас есть копье. Прекрасно. Забор. Дальше можем сделать веревку. Это все так пока не надо, пока не надо. Необходимо найти много удобрения, чтобы сделать ферму. Конечно же, ферма нам нужна. А, начнем с кувалды. И у нас топор нормально и не очень нормально. Поэтому еще сделаем топор себе. Далее нам нужно каким-то образом замутить себе рюкзак, который вот он. Отлично. Смотрим местность. Отсюда нас изгнали. Отсюда тоже изгнали. И отсюда. И отсюда тоже. Господи, откуда нас только не гнали? И я не помню, как я здесь бродил. И для чего это делал? А это что за... А, это деревья. Как мне кажется, что здесь нам стоит с вами построить хороший дом. Для этого нужно много дерева. Ну что ж, давайте. Вот ты. Ой, слышите? Оно орет. Что это? Белка щекастая. Ау, ау, ау. Вот если бы люди, каждый человек, если бы слышал... Боль дерева, когда он его срубает. Я бы не сидел за деревянным столом тогда. Я не могу, эта белка очень угарная. Сипод. Мы можем посадить, давайте будем еще и сажать. Нам очень важно, чтобы природа, жизнь циркулировала. Великий круг жизни, чтобы был. Стоп, а может быть это не дерево орет, а просто белка на нем? Это белка на нем орала. Хватит жрать шишки. Между прочим, я пытаюсь лес посадить. Может быть, мне нужно было это делать как-то более аккуратно. Ну ладно, потом вот это здесь посажи, и будет получиться вот такая. О, ой, 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 ой. Ребят, мы чуть не погибли с вами. Вы наверняка тоже боитесь оставаться в темноте, как и я. Как и я. Вы что, эта девочка ничего не боится. Как быстро я начинаю хотеть есть, что происходит? Аспарагус, вот это да, столько он еды прибавляет мне. 144 мозга. Грамма это интересно или что? Что это за значение? Ладушки, мы можем грабить соседние поселения, и мы можем добывать себе белок. Давайте попробуем добыть себе первую нашу белочку. Вот, допустим, вот, наживо. Какого дьявола? Не сметь! А, я смог поймать ее все-таки. Ха-ха-ха-ха-ха. Какая милая белочка. Убить ее! Это не я, ребят. Честно. Это она сама. О! 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 Куда она залезает? Они залезают на деревья, которых нету. Я сейчас думал, что это собака и сожрала, но нет. Это самые умные белки в моей жизни. В моей жизни было много белок, поверьте. Делаем доски. Делаем камни. Надо все это уметь уже. А что если сделать нам с вами сундук? Есть ли такая функция у меня? Сундук. Чест. Ага. Нам нужно еще таких палок. Где эта фигня? Шмяк. Хватит? Раз, два. Блин, давайте сделаем выпуск определенным на этот раз. Господи, каждое дерево абсолютно, каждое дерево обитаемое. Белочка, у тебя щеки набиты, я знаю, но все же... Нет, погоди. Мы подальше от этих тварей. Уйдите, уйдите. Так, давайте выгоним ее, вот. Но все же я бы... А, да.
Няма. Нет! Я намокаю. Это нехорошо. Я не люблю быть мокрой. Единственное, чего я люблю намокать, так это от крови моих врагов. Не хотел бы я стать ее врагом. О, ты станешь, если не сделаешь то, что обещал. Я сделаю дом, во что бы ты ни стала. И забудь сделать подвал. Зачем тебе подвал? А где мне пачкаться в крови? И правда. Окей, деревья очень быстро растут. Это быстро растущие деревья. Срубить. Не жрать, не жрать. Посадить. Не сметь жрать, я сказал. Все, отошли. Вас слишком много здесь стало. Вы что, тоже тут размножаетесь или как? Большая проблема, они ведь преследуют меня. Им весело за мной бегать. Потому что они знают, что я добуду что-нибудь вкусненькое для них. Черт, вы подлюки такие. Не сметь, не сметь, не сметь, не сметь. Я сам. Что они съели? Вот что они съели? Аспарагусы тухнут тем временем. Да у меня есть еще. Аспарагусы здесь. Аспарагус и алоэ. Я могу их посадить? Нет. Надо научиться разводить их. Змеи спят. А, нет, стоп, это кожа змеиная. Пригодится. Ночь. О, нет. О, нет, о, нет, нет. Ой, скорее. Добавить. Вот, хорошо. Вот, одного бревна хватит на всю ночь. Аспарагусы тухнут. Глотаю вот так вот. Придется нам немножко математикой заняться. Я знаю, что вы, ребят, не любите этого, ведь у вас лето и каникулы, но придется немного посчитать. Мы хотим сделать деревянную стену. Их нужно много. Нужно две доски на одну такую стену. А чтобы сделать две доски, нам нужно 8 бревен. 8 бревен, игра. Я не приемлю это все. О! Деревья подоспели. И флинта у нас нету. Ладно, пойдем на поиски флинта. Вот это сейчас первостепенная задача. Пошла в жопу, белка. Не до тебя. А вот аспарагус я, пожалуй, прикарманю. И алоэ. По-моему, я только больше их буду собирать сейчас вокруг себя. Целую армию. Вы что, везде обитаете? Не понимаю. Нитре не нужно, камни нужны, разумеется. Ой. Фу, думаю, это враждебно, я бегу на него. Это же каменная долина, где будет огромнейшая куча камней. Окей, что ты можешь мне дать? Есть! Это хоть что-то. Здесь так много повсюду соблазнительных куч дерьма, но я не могу их брать, потому что рассудок сразу уменьшится. Но если они для меня соблазнительные, не значит ли это, что уже рассудка у меня давно нету? Есть! Флинт. Ты будешь капитаном Флинта. Не знаю зачем. Ни к чему. Ни к чему тебе быть капитаном. Все. Ты больше не капитан. Либо я капитан. Какие прикольные цветы. Нам не нужно их подбирать, потому что у нас, в принципе, все повышается. О, это хорошо. Я набрал достаточно флинта. Чтобы сделать еще топор. Еще нужна кирка. Но этого недостаточно. Да почему все время камень выпадает из него? Ну почему? Мне нужен огромный источник флинтов. Что если мы... Пришло время грабить, друзья мои. На всякий случай пройдемся вот так вот. И прямиком к свиньям. Чего я сюда побежал? Мог сразу к ним пойти. О! Аспарагус. Птина, не бегай за мной. Не смотри, как я собираю аспарагусы. Секундочку. Аспарагус. Аспарагус. Аспарагус и алоэ. Аспарагус, я, пожалуй, прикарманю. Я алоэ. Аспарагус и алоэ. Аспарагус, я алоэ. Я алоэ. Я алоэ. Аспарагус. Алоэ. Алоэ. О, аспарагус. О, аспарагус. О, аспарагус. О, аспарагус. Глотаю вот так. Секундочку. Аспарагус. И, собственно говоря, вход в пещеру. Чтобы меня не спалили. А, черт, я ничего не вижу. Здесь лучше не добывать ничего, да? Я же помню, тут все плохо. Факел? Есть, деточка. Кто такое? Ферн. Не знаю, для чего это нужно. Можно съесть. И это все. Я уже помню, что происходило, когда мы били по камням в пещере. Она обвалилась. Ну его нафиг. Так, хорошо, не будем расходовать просто так факел. Оставим его про запас. Где, куда он делся? А, вот. Флинт. Прекрасненько. Вот здорово, прям огромная куча флинтов. А точнее один. И кажется, сейчас начнется ночь. Мы здесь, мы здесь, мы здесь. Так, зажечь, как зажечь? Давайте кинем бревно, пофигу. Что ж, пора рубить деревья. И, конечно же, сразу сажаем, да, обратно. Кстати, по поводу сундука-то, мы так не разобрались. Когда его уже можно будет, собственно, сделать? Сундук можно уже прямо сейчас. Так, ставим чуть-чуть подальше друг от друга, чтобы молния не ударила и все не сгорело. У меня такое уже бывало. Так, тик-тик-тик-тик-тик, давайте приготовим мясо. Я был на грани, ребят. Давайте поделимся с собачкой.
На, вот ты мой миленький. Что мы можем сложить сюда? Давайте вот это. Я даже не знаю, ну пусть будет вот это. А, вот еще палки. Что? 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 Что ты делаешь? Да почему ты так... Почему ты так жестоко? А ну отдай! Не, ну ребят, ну я такой вообще не... Ну почему? Благо хоть не жрет, хотя нет, если там будет еда, она сожрет. Идея с сундуком провалилась. Блин. Ненавижу. Благо она одна здесь всего. У меня есть идея. И она гениальна. Мы сделаем стену. Я уже говорил об этом в начале видео. Так, пойдемте посмотрим, как там в городе, наверное. Уже нас любят, да, мистер Свин? Добро пожаловать. Ну что ж, да, все, они забыли наши былые обиды. И теперь с радостью приглашают меня немножко покромсать их камушки. Дайте, вот тут они не видят. Уходи, уходи, уходи и смотри. Отвернись, сюрприз. Так, музыка что-то не нравится. Они засуетились? Нет. It's okay. А что если мы пойдем дальше? И разрушим. Ой. 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 Быстрей. Быстрей. Я извиняюсь, встретимся, когда вы снова меня простите. Не слушай этого чувака, он тебе наврет. Все про меня, он клевещет. Успокоились, отлично. Так, ну мне кажется, что они не парятся, если я вырубаю их камни, да? Разрушил. Ой, нет, это же их парит. Окей, все, не буду. Все, я понял. Я просто выяснял местные порядки. Все, отвали. Да все. Ну все. Молодец. Иди на пост обратно. Окей. Нам нужно много деревьев вырубать. Почему я так быстро становлюсь голодным? Ты девочка проглот, такая худенькая, сколько жрешь? Не смей, блин, мои шишки, понял? В общем, я окружу свои сундуки с помощью стен. Это поможет мне. Вот белка щекастая, что там? Что там? Чем набиты твои щеки? Интересно, мы когда-нибудь это увидим? Может быть, если бы мы могли расчленить белку... Это не я говорю, это говорит она. Идите сюда, мистер Белка. Ей пофигу, уже темно. Ладно. Да и я припозднился что-то, мне надо валить домой. Ой, так, шишку, шишку. Не могу, не могу, не могу, не могу. Есть. Вот что получилось у меня, я столько деревьев уже трубил. Давайте попробуем съесть... А, нет, стоп, я не могу съесть этот цветок. Но могу добавить его в топливо. Пусть так. И у меня с вами 19 шишек набралось. Начнем сажать. Что это? Что? 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 Что это? Что это такое? Ой-ой-ой-ой, что это такое? И где оно, самое главное? Оно где-то наверху летит. Ой-ой-ой-ой-ой! Быстрее, быстрее, быстрее. Нет. К свиньям. Вот это неожиданно. Обычно волки нападают внезапно, а здесь какие-то летучие мыши. Я не помню, я уже пытался их одолеть или нет. Но я не буду пытаться. Вот, песик. Вперед. Килл, килл, килл. Да, молодец, молодец. Сразись. Фига, он какой сильный. Нет. Мое. Обломись. Он убил или нет? Он прогнал. Я в очень крутом месте поселился. Ой. И это летучая мышь тоже. Давайте попробуем сами надрать ей задницу. Надрать тебе задницу, нет? Блин, она увеличивается. Так, тебе. Помоги, песик. Куда белка бежала помогать еще? Кстати, у нее щеки не набиты, поэтому она будет менее питательной для меня потом. Собственно, я хотел немножечко покромсать деревья. Блин, и вот только я подумал, что все, эти твари ушли. Они здесь. Она опять здесь. Давай, белка, уводи. Спасибо. Нет, она возвращается. Придется все-таки ограждать себя. Целиком полностью. Хотя, в принципе, это был и мой основной план. Мне нужна лопата. Для этого нужно 2 флинта, черт. К свиньям! Этот свин бежит ко мне. Ой, он запомнил меня. Вот это злопамятная свинья. Что же делать? Он бежит с целью убить меня. Представляете, какой он жестокий. Он бежит и думает, я сейчас догоню и ударю топором. И убью. Вот он прям так и думает. Как же это жестоко, у меня закончился флинт. Какой это жестокий свин. Он хочет всадить свой топор мне в череп. А теперь он бежит сжечь меня. Я не могу в это поверить. Может быть, дать ему что-то? Давайте я ему дам что-нибудь. Вот вам, мистер. Немножко семечек. Я задобрил его. Теперь он мой друг. И он будет защищать меня, да? Надеюсь. Ба-ба-да-ба. Где я вообще нахожусь? Заброшенный дом какой-то? Боже! Вот это прям целое королевство здесь. Неужели ночью здесь будет тоже светло? И вот мы дошли до края земли. Это ведь он, да? Хотя я не уверен. Ой, я совсем не уверен. Что это? Что это? Видите? Я не могу на это посмотреть, но оно... Оно... Что это? Черт, когда я приближаю... Все, оно теряется из вида. Маленький секрет, нужно сюда будет прийти как-нибудь. Бежать тысячи лет, правда. Голубь, лети! Расскажи, что там? Не в ту сторону! Кстати, это же прям классические голуби. Я, наверное, сказал не их языком, надо было... Главное, свиней не оскорбить по-голубиному. Или голубей, а то не знаете, что умеют делать, когда обидятся. Стоп.
Я увидел это и не могу забыть. Какашка. Смотрите, здесь и правда светло. Можно вообще забить. Просто тусим здесь, пока ночь. Это будет маленький чекпоинт. Мы можем пойти, кстати, вот в эту сторону. Здесь еще сверху какой-то лопата. Магазин? Мы можем войти в магазин. Сейчас, он откроется утром. Так вот оно что. Эта часть основана на торговле и взаимодействии с этим городом, я правильно понял? Поэтому здесь так мало ресурсов, нам нужно торговать. И однажды мы создадим свое супер-королевство. Видите, есть магазин. Да! В него можно зайти, вау. Здравствуйте. Можно атаковать? Нет, я думаю, не буду этого делать, я же не грабитель какой-то. Я не грабитель, я убийца! 5 оинкс. А что за оинкс? А, оинкс. 5 оинков стоит. Оинкс? Так я возьму бесплатно, понятно? Как? Выходим, выходим. Да как мне выйти? Ой-о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 й. Я должен был проверить, как это все работает, ребят. Я откуплюсь. Нет, не откуплюсь, я не подобрал. Смотрите, местный ученый. Или кто это? Все, ребят, простите, простите, забудьте. Как-то нам нужно найти оинксы. Скорее всего, во вкладке Refine мы можем найти. Значит, wax paper, нет. Нет, это не то, так не работает. Стоп, а может быть я могу какой-то квест получить у них? Ладно, об этом попозже будем думать. Сейчас нам нужно сделать нашу стену. Вот это да, 8 штук целых. Ай, да ладно, нифига себе. Вот здесь строим. И что, она прям будет такая защищать меня от всего? От всех напастей этого мира? Слушайте, ну я, ладно, ладно, посмотрим. Может быть я еще могу сделать? Я еще могу сделать. И еще, блин, благо по 8 штук. Я думал, не по одной будет только делаться. И тогда бы я вообще 1000 лет этим занимался. Естественно, нам нужно будет оставить какой-то вход. Ставим, ставим. Ха-ха, прощай, тупая псина, прощай. Я прямо сейчас... Куда ты пошел? Выйди, не смей, пошел с моей территории. Так, ладно, где могу еще сделать? Черт, не хватает. Но благо у меня появился топор, я могу рубить деревья дальше. Погодите, а есть ли тут двери какие-нибудь? Стена, стена, и все. А, вот они. Ворота. Я вообще не понимаю, как это все работает. Ладно, просто продолжим строить. Еще не хватает немножко. Можем сделать забор. Почему бы нет? А, тоже прикольная штука. Вот она так будет делаться. Значит, раз. Ой-ой-ой, темно. Сейчас будет светло, и тогда сделаем до конца. Давай быстрее. Сволочь. Сволочь. Кстати, мы все еще умнеем. О-о-о-о. Хорошо. Раз. И сюда поставим. И теперь нам нужны ворота. Е-бэйби. Я не сделал? Почему не сделал? А, нужна алхимия. Как нам сделать алхимию? Ой, как много всего нам нужно. Да и сиды, у нас проблемки. Так, я знаю, что нужно делать. Надо идти и просить прощения у свиней. Да, я попрошу прощения за то, что убью их. Ой, ой, ой. Оно бежит убивать. Ну погодите, у меня же есть оинксы. Ведь оинкс это означает хрюк. Я могу хрюкнуть хоть 5 раз, хоть 6. Я вообще богач. Ну-ка, они сюда ведь не войдут? Не войдут. Мы можем купить... За оиньки. Здравствуйте, сэр. 5 оиньков. 10. В общем, все основано именно на том, чтобы торговать с ними. А это что такое? Сити холл. Городской холл. О, здравствуйте. Как дела? Здесь мы можем купить контракт на 10 оиньков. Членство можно купить за 50. И у нас будет дом целый, получается. Разрешение на уничтожение есть. И дополнение к дому. Можно купить, нифига себе. Ладушки. А это что такое? Войти в... Это, видимо, таверна, да? А это спа. Грязевая спа. О, забавно. Так, здесь мы можем купить. Хилку можно купить. И антитоксин. Хорошо. Где же оиньки добывать? Вот она. Наша цель следующая. Мы сделали эту стену, как я и обещал. Ай, какой я молодец, что сделал стену, да, ребят? Не каждый может. Посмотрите, здесь есть еще. Здесь цветочный магазин есть. И мы можем купить фрукты и овощи. У меня хоть один оинг существует? Нет. Потом можем войти сюда. Свайнсбери. Здесь винная, свинная, точнее, академия. Хорошо. Понял. Мы покупаем оинксы здесь за... Потерянные тотемы. Понятно, нам нужно находить реликвии для них. Это все так интересно. Минеральный обмен минералами? А, всякое барахло можно здесь купить за 1 оинк. Ладно. И, кстати, смотрите, свиньи простили меня. О, сегодня полнолуние, оказывается. Я удивлен, на самом деле, что я выжил в этом эпизоде. И даже понял, что нам нужно делать. Мы будем искать реликвии. И все это, ребят, в следующей серии Don't Starve Gamlet. Мы найдем кучу реликвий и обменяем их на целую... кучу оинксов. И тогда мы будем покупать всякое клевое барахлишко. Не нужно будет добывать ничего. Все, это время окончено. Время, когда я долбил топором по деревьям, окончено. Пришло время добывать оинксы. Огромное всем спасибо, что смотрели. Надеюсь, что вам понравилось. И если так, то обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, вступайте в группу в ВК, в Стиме, подписывайтесь на мой инстаграм, и все ссылки будут в описании под видео. Также ссылка на плейлист
по Don't Starve и другим моим прохождениям также будет в описании. Заходите и угорайте. С вами был Юджин, и всем пять!